Прокуратура проверит деятельность Омскоблавтотранса. Омичи жалуются на задержки автобусов. В надзорном органе не исключают, что вместо социальных перевозок предприятия выполняют платные заказы. Проверка началась после многочисленных сообщений о сбоях в организации транспортного обслуживания населения. Кроме того, Омскоблавтотранс вынуждал омичей переплачивать за билеты по маршруту Омск-Устишим. Еще одна из причин проверки организации – столкновение автобуса и инкассаторской машины. В аварии тогда погибли 5 человек. Ну а самый нашумевший является история с компанией «Дилижанс», когда предприниматель после выигранного конкурса бросил 34 маршрута и не возит пассажиров в 5 районах области.